Ютуб, добрый вечер. Сейчас хочу записать ролик, видеообзор на последние события у Самвела Адамяна. Немножко пройдемся по верхушечкам, потому что не все охватили, не все события были озвучены. Сейчас хочу поговорить на такую тему, как неприглашенные гости на такое зрелищное событие, как день рождения главной мамы Ютуба, нашей анаконды, нашей Татьяны Васильевны, как она сама себя величает. Не пригласили на день рождения родителей Коли, Сытников Светлану и Андрея, и не пригласили Надежду из Недогарок, Наденька. Та самая Наденька, которая так усердно таскала эти неподъемные баулы и сумки со всей сельхозпровизией, эти вечные индюки, утки, куры, кролики, эти закатки десятками банки, неподъемные, тяжеленные в стеклянной таре. По 4, по 3 сумки каждый раз привозила женщина. Столько приготовленной уже еды готовой. Колбасы, котлеты, голубцы, блинчики, отбивнухи, вот все что угодно. Очень много рыбы разной, всякой. Остается только один вопрос. За какие деньги столько продуктов, не дешевых продуктов, скажем честно. Когда Надя работает в обычной столовой, в детской, по-моему, столовой, в школе где-то. Это стоит все очень больших денег. Зарплата, я так понимаю, у нее небольшая. Вот. Каким образом она умудряется тратить столько денег на чужих людей, непонятно. И тем не менее, старалась она, старалась. Ну и вот такой бумеранг ей прилетел. Наденька, получите, распишитесь. Вы неугодны таким графьям или дворянам, кто они там такие, кем они себя величают. Допуска к телу не было, скажем так. Андрей со Светланой — это те люди, которые просто присмыкались. Я думаю, еще не раз это будет происходить перед этими Адамянами. Каждый раз, когда я делаю паузу, я все думаю, как же назвать людей, чтобы не оскорбить, чтобы не озвучить каких-то оскорбительных слов в их адрес. Вот и делаются паузы, вот и думаю. Самвел, Татьяна Васильевна, как вы уважительно сами себя называете. Совесть у вас есть хоть какая-либо, а? Где вы берете эту совесть, где вы берете эту наглость, где, в каких закромах она у вас, в каком количестве? Это беспардонная наглость, когда вы лезете к людям за столы с поводом, без повода, нагло стучите палкой в ворота, открываете, графья приехали. В наглую лазите по кастрюлям, не разувшись, не раздевшись, грязными руками. Как только попадаете в дом и заходите на кухню, сразу же открываются все крышки, все проверяют. Вы как у себя дома ведете себя у людей. Но как только пришло какое-то событие, праздник в ваш дом, конечно же, сытники не были приглашены. Вы не посчитали нужным это сделать, уважаемые Адамяны. Бессовестные. Бессовестные люди, я так считаю. Но Света с Андреем будут присмыкаться и дальше. В любом случае будут их приглашать. Мы это уже проходили, мы это видели, все понимаем. Будут делать вид, что все хорошо, все нормально, так и должно быть, ничего страшного. Отговорки на собачек все падают. С собачками они же сидят. Кто же будет заниматься собачками? А собачек одних оставлять категорически нельзя. Не-не-не, боже упаси. Нельзя никак.
Ну и флаг вам в руки. Ваша жизнь, если вы сами себя не уважаете, то ради Бога, мы только за. Мы всего лишь зрители в зрительном зале, наблюдаем, общаемся, проветриваем во рту, делаем обзоры. И так же, как и вы, ничем не отличаясь, зарабатываем свою копеечку на этом. Просто разговариваем. А это ваша жизнь. Нравится вам? И ради Бога. Посмотрела несколько еще видео у Сытников, у тех же самых, из последних, да, как они посадили свою бабушку Ольгу Леонтьевну клоуном выпрашивать деньги. «Люденьки добрые», — говорит бабушка, — «шлить мне грошенята, а я куплю бутылку и налью вам 100 грамм». Сытники, зачем так низко падать и опускаться? Это пожилой человек. Зачем так унижать старого пожилого человека? Ей уже за 80, по-моему, этой Ольге Леонтьевне. Как вы? Вам не стыдно, нет? Это ваша мать. Какая бы ни была, нравится она вам, не нравится. Она же ваша мать, правда? Зачем так унижать человека, опускать ее ниже плинтуса? Это все равно, что выставить ее там под церковью с протянутой рукой на паперте, знаете, и... «Люденьки добрые, вышлить грошенята, шлить, пожалуйста!» Как-то Света, Света, меркнешь ты в наших глазах, как-то о тебе были лучшего мнения. Но, я так понимаю, деньги не пахнут, поэтому для достижения цели все средства хороши. Или то же самое название вашего ролика, да, «Нашли опухоль у Светы». Ни одного слова, ни про какую опухоль, ни про какие заболевания в этом вашем ролике нет. Ничего мы там не увидели, не услышали. Почитала комментарии, люди все плюются. Одно слово я повторяю очень много раз, бессовестные. Зачем так называть видео? А еще такой вопрос все время возникает, когда я это все вижу и слышу. Вы не боитесь, нет? Зачем Бога гневить, люди добрые? Вы не боитесь, что вы накличете беду на себя, нет? Прежде чем что-то делать, такие названия выставлять на весь мир, да, ваши ролики в открытом доступе на весь мир. Вы понимаете, что весь мир, вся Земля, Вселенная, вы в космос такой посыл делаете. Чтоб, не дай Бог, повторюсь, не дай Бог, не прилетел бумеранг. Прежде чем что-то делать, думайте. Конечно же, если есть чем у вас думать. Коленька, сыночек, как суетился, как бегал, когда нужно было Татьяне Васильевне накрывать столы на днюшку, да? Прислуживал, прямо настроение такое, прям весь такой задорный, заводной, активный. Молодец, Коля, что помогал, бегал, все делал. Коля, одетый был вообще, когда маме твоей плохо было, было сумасшедшее давление, ты зажигал на день рождения у своих друзей, а мама твоя кончалась лежа на диване, а потом сама еще поехала в больницу без сопровождения. Папка, конечно, с собачками остался, они же важнее, чем родная жена. Коль, а где ты был, когда вот в недавнем ролике папа собирал тебе, сам монтировал навесные шкафчики на кухню. Папа пригласил, потому что папа ж мужик, правда, Коля? Зато очень часто мелькают в кадре твои пальчики с маникюром блестящие. А ты учишься, столик нам показал, за которым ты учишься. Коленька молодец, Коленька учится. Чтобы не было таких комментариев плохих в твой адрес, Коля, нужно или мужиком быть, или уж обозначиться, кто ты есть на самом деле. Есть такие моменты негативные, Николай, в твой адрес. Мы их здесь и озвучиваем. На сегодняшний день все. Подписывайтесь на канал. Дежурная фраза. Ставьте лайки, дизлайки, ребята.
Будем ждать новых роликов, новых видео от Самвела, от Коли. Будем обсуждать, будем разговаривать. А что нам еще делать? Всем хорошего вечера!